тоже стоит отметить, что сегодня на стадионе «Новая арена», наверное, максимальное количество за эти 5 игровых дней. Не, конечно, не аншлаг, но процентов на 7 заполнено. Великолепно! Датинья забивает первый мяч в этой встрече. Не удержали его оборонцы. Бруно Шавьер очень плотно работает и отнимает мяч у Макарова. 3-1. Датинья. Удар 2-0. Бруно Шавьер, 6-я голевая передача. Ну а Датинья... Датинья хорош. То есть, к слову, о любителях статистики, все в первую очередь неполные явно обороты включали. Сегодня совсем другая картина. Настрой на матч запредельный. Лоренс. Еще момент. 3-0. Но это феноменальная, по-другому не скажешь, реализация. Бухлицкий недоволен своими партнерами. Мне эта встреча на центре поля пошла, прямо как в плей-офф национальной хоккейной лиги. Ой, ой, что делает? Ой, забивает! Бруно Шавьер! Первый мяч в сезоне, и какой же он классный! Об этом как раз Владислав Аксенов говорил. Сам удивился, что Бруно Шавьер до сих пор не забивал, но Аксенов сказал, что... Чего страшного? Дальний удар, который накрыл Йоренс. Ух ты, двойной подкат. Мяч Шавьер, передача. Ничего себе! Ну это какой-то мини-футбольный уже гол сейчас приключился. Горчинский тем временем на песке. И вот это очень серьезно похоже. Он не может даже толком встать. Стык там, конечно, был жесточайший. Причем свой же игрок. Но там и свой же, и Бруно Шавьер, я думаю, немножко тоже поспособствовал. Можно посмотреть в повторе, но комбинация, конечно, опять другого мнения. Отбор Макарова великолепный. И что делает Шавьер? Передача отдает Романов. И гол! 6-2. Блестящая Кирилл Романов с передачи Бруно Шавьера. 6-2. Словно и не было позади двух полноценных периодов и практически полноценного третьего. 7-2. Вараксин забивает. Сборовский ошибается здесь. Закрутился, завертелся. Но еще и отскок в пользу Вараксина, который уверенно. Головой подача. Островский снова здесь на месте. Йоренс правой ногой. 8-2. Но это уже полный разгром. Оказывается, Йоренс из правой ноги. Хотя я его попытался не то чтобы покритиковать в одном из матчей, но найти хотя бы одно